Ну что ж, тайна, покрытая мраком. Наша первая рекламная интеграция. И мы идем за тем самым товаром, который нужно прорекламировать сегодня будет. Товар от Амалии. Ссылку я вам дам обязательно в описании видео. Посмотрите, что же это такое. Сейчас я вам покажу. Так. Напа. Я так понимаю, что здесь описание. Да, ну, вроде товар именно тот, про который мы и говорили. Девушку, которая прислала мне вот эту вот посылку, зовут Амалия. У нее есть одноименный магазин. Ссылку я вам оставлю обязательно под там, где будет описание к этому видео. И можно сказать, что при посредничестве Амалии мы кормили сегодня котов. Мы купили этот корм. И коты должны опосредованно быть благодарны и ей тоже. Ну что же, у нас сегодня мероприятие, и я думаю, какие кроссовки на него обуть. Я изначально хотел вот эти вот, но вы знаете, я чаще всего, наверное, все-таки обуваю те кроссовки, которые больше покрылись у меня пылью. А это 13-е Джорданы. Решено. Сегодня выбираю их. Итак, на фасоне, видите, но баллончики взяли с собой, все равно водички набрать. Пусть будет на всякий случай. Вот именно вот так вот и никак иначе все одесские мажоры ездят на серьезные мероприятия. Сначала они, конечно же, проезжают через бювет. Старость для людей, молодость которых прошла в 90-е, это именно как раз такое сочетание 13-х Джорданов и вот таких вот баклажек с водой из бювета. Все, видимо, старость уже подкралась очень близко. Не за горами компот из сухофруктов и маленькая собачка в зеленом шерстяном свитерке. Что же мы делаем сейчас в Аркадии? У вас может возникнуть вопрос. А я вам скажу, мы едем в такое вот место, которое называется Поверх Rooftop Business Hub. Я видел много видео с этого места прикольных, и там действительно красиво, но жаль, что мы сегодня не успели на начало мероприятия, которое было на 5, потому что если мы успели, то я бы показал вам очень красивый вид на Аркадию, на закат, на Аркадию. Ага, вот эта девочка. Ну да, проходили. Это наша Машенька. Вы помните ее по видео с Умани? Ну это то самое место, про которое я вам говорил. Маша, рассказывай, что это за место? На наш диджитал ивент. Спикеры, которые будут сегодня выступать, это фото, видео, маркетинг и таргетинг. Сейчас у нас пока такая лаунж-зона, немножко музыки, а чуть позже спикеры будут транслировать очень интересную информацию, поэтому добро пожаловать, проходите направо и... Короче, я вам перескажу, Маша очень тихо говорила, но я думаю, что мало людей смотрели именно, слушали Машу. Ну что ж, я думаю, мало кто слушал Машу, наверное, большинство людей просто смотрели. Хотя и слышно-то ее не было. Я скажу в двух словах, моя девушка ходит, скажу в двух словах, о чем это мероприятие. Здесь будут спикеры, которые будут рассказывать про фотографию, про видеосъемку. Но видите, сейчас такая история модна у молодежи. Здесь играет диджей, много народу. И здесь очень классный вид.
Очень жалко, что мы не успели сюда прийти засветло. Ну, хотя бы одним глазком я вам покажу. Кстати, здесь ключ есть. Ага, мы можем выйти на балкон. Очень круто. Ну, давайте так, хотя бы ночную Одессу я вам покажу. Это самый последний этаж Гагарин Плаза. И под нами, видите, как на ладони Аркадия. Вон и фонтаны, которые мы видели летом, и главная аллея, и роустери. Все отсюда шикарно видно. Я представляю, какой здесь закат. Ну, вернее, я видел, какой закат. Очень, конечно, красиво. Да. Ну, может быть, в следующий раз мы еще сюда попадем, и я вам обязательно покажу. Я вам уже говорил, что закат в Одессе, он, наверное, лучше, чем рассвет. Потому что рассвет, он летом очень рано, и когда я жил здесь же, в Гагарин Плаза, с видом на море, просыпался очень рано. И это, конечно же, не очень комфортно. А вот видеть красивый закат вечерком, это в кайф. И при этом выспаться. А вот и тот самый предмет, который пришел сегодня по новой почте. То есть, по сути, мы начинаем нашу рекламную интеграцию для Амалии. Девушка попросила нас рассказать про свои товары. Вот это сумка под названием «Пинка». Достаточно известный бренд. Я заходил к Амалии в ее магазин в Инстаграме, и там не только сумки, поэтому милости просим, заходите в гости, смотрите, там и классная обувь, премиата, насколько я помню, как минимум, Ричмонд и т.д. и т.п. Такие марки достаточно известные, достаточно крутые. И хотел бы еще раз сказать большое спасибо Амалии за то, что она решила синтегрироваться с нами и, что самое главное, помогла одесским котам. Ребята не ведущие, не спикеры, они профессионалы, каждый в своей деятельности, большие профессионалы, их работы говорят сами за себя, и я думаю, что мы можем почерпать немного информации, которая для нас будет полезна. Основатель видеопродакшн студии. Я в апреле месяца этого года переехал в Одессу из Донецкой области, конкретно из Краматорска. Ну, по понятным причинам, потому что мне спокойно. И в довоенное время я занимался тоже тем, что снимал видосы для бизнеса. И в довоенное время это все было на самом деле прекрасно. В общем, вопрос мой такой, как сейчас у вашего конкретно продакшена стоят дела с крупными проектами там, для среднего, большого бизнеса? Оригинальная брендовая сумка из Европы. Кожаная, качественная. Так про нее сказала моя девушка. Ну, я согласен. Абсолютно. Мягкая. Знаете, кожа такая, как у фараона на животе. Скажем так. А это вот дорогого стоит. Вот так вот гладить, примерно так же, как фарочку, это приятное чувство. Примерно то же самое, как эта сумочка. Да, Фара?